Значит, 15 апреля сотрудники полиции не предъявили свои документы. Сейчас они увозят мою мать на основании неизвестных требований. Сейчас я хочу с ними проехать в отдел текстильщики. Вот такие сотрудники полиции не предъявляют документов и Росгвардии. Ну, у меня сейчас столько синяков, я все заявлю. 10 человек на женщину летит. Уберите ногу. 10 Нет. человек. Вот такие сотрудники полиции вводят непонятные требования от гражданина. Не представили документов. Вызовите скорую милицию. Человек болеет. Болеет сердцем. У нее нету коронавируса. Человек расцарапал мне лицо. Нет. У него лицо вот, пожалуйста, вот близко. Вот человека ничего не расцарапано. Он ногу в очень нормальном состоянии. Не собираюсь. Сейчас у человека происходит нервный срыв из-за того, что его задержали, не разъяснив ему законов, на основании чего. Есть пропуск, есть документы, задержали не... У меня есть, у нее тоже есть. Все есть. Покажите. Мы покажем. Покажите. Вы мне показали пенсионную карту. Значит, раз, два, три... 4, 5, 6, 8 человек погромче, на погромче. Больную женщину напали. Напали, то, что она отошла с 200 метров, даже около 100 от своего дома. Она ушла. Она отошла. Она отошла от дома. Для того, чтобы сделать покупки в магазине, да. Вот сотрудник полиции в полном здравии и нормальном состоянии. Никто его не трогал. Он свои требования предъявляет. То, что вот эта женщина, 50 килограмм, напала якобы на сотрудника, весящего почти центнер. Это просто нереально. Я никуда не выйду. Это Нет, мой ребенок, блядь. Мы поедем вместе. Если меня... Мы поедем...